Основная задача школ – все дети должны быть в школе. А первоклассников у нас 4641 человек. Мы делали комиссию, которая объезжала по школам. Было МВД, были пожарные, были СЭС. И в первую очередь были специалисты, которые оценивали, как качественно будет преподаваться учебный процесс. То есть это наличие кабинетов, это наличие преподавателей. Это все вот те моменты, из которых складывается школа с большой буквы. Школы готовы. Где можно было, сделали дороги. Вот сейчас проезжал по Музыке мимо 60-й школы, асфальт положен, новые переходы лежат, знаки стоят. Вот даже такие мелочи, когда подъезжаешь к школе, они говорят о том, что город с громадным вниманием относится к началу учебного года. Мы купили 408 кабинетов, различных кабинетов. Русский, литература, там, физика, химия, все-все-все купили. Закупили 797 комплектов мебели, которые то же самое в школах. Сегодня ходим, смотрим, хорошая мебель, классы. Но я очень надеюсь, что до конца первой четверти мы с вами сможем закупить и установить еще порядка 174 комплектов мебели для начальных классов, не мебели, классов начальных. И закупим кабинеты ОБЖ во все школы. Если мы берем подведомственный департамент, 66, плюс у нас 5 частных, и плюс Московская школа Министерства обороны. Можете посчитать, получается 72 образовательных учреждения. Все они готовы принять ребят. А всего ребят у нас сядет за парты 41 600, а в прошлом году было 38 тысяч с маленьким хвостиком. Так что вот, посмотрите, на 3,5 тысячи увеличение.